Добрый день, друзья. Давайте сейчас посмотрим на игру The Foretold Exordium. Посмотрим, что она может нам показать. Давайте обычную сложность. Tenth day of rain after her death, trying to soothe myself with tea and reading through some books before closing up shop. Herbert, will we ever do anything fun? A potential customer. Good evening. How may I help you, sir? I am closing up shop soon. Is there anything you want? That book. This? It's not for sale, I'm afraid. It wasn't a question. You old fart, will you just let him run away? Ты старый пердун. Неужели ты просто позволил ему взять и убежать? Look. He dropped something. Посмотри-ка. О, кажется, он что-то выронил. Not into jewelry, I'm afraid. Ну это даже же не ювелирное украшение, боюсь. Let's see. Opening this up might tell us where he might be heading. Давай посмотрим. Открытие этой штуки может нам рассказать о том, куда он, возможно, направился. А. Так, наша рука. Можем максимум держать до 5 карт в своей руке. Используем карты, щелкаю по ним и перетягивая их в выделенную карту на доске. Если она не выделена, тогда я не могу ее разместить. Главная цель — это занять максимальное количество слотов в нижнем ряду, сколько я смогу, чтобы усилить свое действие. Я могу занять слоты, комбинируя, манипулируя картами фокуса на доске в номерных. Который показывает на те слоты, которые покажутся ниже. Мои действия в левом нижнем углу обновляются каждый раз, когда я занимаю слот. Могу вправо переместиться. Так. Превращает одну карточку прямо вправо. Уменьшает значение на 1. Еще сдвигает вправо, сдвигает влево, сдвигает вправо. Ну, значит так, ты. Право. Битвы разделены на ходы. Когда счетчик хода уменьшится до 0, текущая фаза закончится. Действия, которые вы подготовили, будут завершены, а вы выполнены как раз. После того, как действие будет совершено, новая фаза начнется. Количество ходов, которые вы делаете в следующий раз, основываясь на том, на значении оружия. Эти карты используют стоимость. Так. Можем завершить цвет заранее, нажав кнопку «Конец фазы». Можем также спасовать ход, если мы не хотим использовать текущие карты в руке. Комбайн.
Так, кольцо обещанной карты вместе и добавляет их вверх. Одиннадцать. Еще одна дает. Может, я отгал влево? Почему здесь три или семь? Один ход остался. Может, я влево тогда переместить? А можем разделить на два. Давай, поможет? Пять. Шесть. Время вышло. Фаза два. Три хода. О, как сложно и непонятно. Можем уменьшить на один. Можем сложить, но пока нам нечего складывать. Давай так. Вон он залочен. Он блокируется. Он блокирует все выше него. Потом будет новая карта, они не попадут в него. И до конца слот не буду, нельзя им манипулировать любыми картами в моей руке. Все, тоже заблокировался. Может, они будут 4, да? Давай, может, тогда комбайн. 7. Вот. Все. Полный успех. Ага, нам еще надо нужные значения выбить. Be gone, you filth. Мы нашли 5 монеток и горячий чай. Внезапно. Плюс 12 к здоровью. Анубис, сын Ра. О, Анубис. Сын бога Ра. Ануб, what? Ануб, что? Let me just grab something, and then we can go. Дай-ка я что-нибудь прихвачу сейчас, и затем можем идти. Убираем одну награду. Так, колокол призыва. Как каждый оборудование будет отдельно еще опыт получать. Старый колокол, у которого есть описание внутри. Барьер благословения, который дается тем, по ком за колокол звенит. Три хода доступно. 20 слотов, 4 урона. Шанс ударить 18, щит. Урона колокола. Простая, но эффективная штука, которая носит пронзительные раны. Ну или кинжальчик. Острый, ржавый, потенциально смертельный. 5 урона, 18%, 3 урона, тут 23%, но зато пронз щитом не останавливается, и шанс крита 4, тут шанс крита 18. Давайте возьмем кинжальчик. You traverse the foreign lands in search of your family's home with a creeping sense of urgency. Вы путешествуете в иностранные земли в поисках вашей семейной книжки. С ужасающим чувством срочности. Мы вообще знаем, куда мы направляемся? Я же сказал тебе раньше, в Египет. Он может быть только там. Ну или как минимум... оттуда само ожерелье. И я готов поспорить, странник тоже будет там. Египет. Тебе следовало мне рассказать. Я бы шляпку подготовил. Волки пообщались. Ни с кем сражаться пока не пришло.
Поехали сюда. А, ну вот мы. Кстати, Средиземное море. Черное море. Level up. Можем продвинуть наши навыки. Каждый раз, когда мы остановимся на таком месте, мы получаем один из наших навыков. Выбор влияет на то, как мы будем взаимодействовать с проверками навыков в диалогах и в битвах. Поэтому необходимо выбирать осторожно. Есть разум. А, нам просто показывают. Это пока обучение. Теперь говорят, зачем? Разум. Это типа расследование. Человек, который любит собирать и решать проблемы. Тело — это физический тип. Человек, который силой решает проблемы. И душа — это такой харизматичный человек, который решает проблемы. Вот. Mischievous. Mischievous — это у нас что? Это озорными способами. Ну, давай, наверное, я разум выберу. Плюс 5 щита, плюс ядро. А это дает нам... Способность. Шанс уклониться. Что неплохо. Тут 5 щита, конечно, неплохо. А тут мы, если мы в правильном порядке заблокируем слот, то получим... Можно снести 80%, как 80% урона в качестве добавленных душ. Что, в принципе, было интереснее, чем просто возможность перетащить новые карты. Нужна ли она нам? Давай. Культист. Встреча, у него 13 здоровья. А человек видел лучшие дни и ненавидит странников, которые здесь ходят. У него атака мечом и кинжалом. Вам нужно оборудование. Вы не можете пойти с пустыми руками. Но прежде чем ваше приключение пройдет дальше, вам нужно с собой оборудование. Экипировку взять. Чтобы принести предметы в битву, вам нужно их экипировать из инвентаря. Делать их щелков на предмете, который указан внизу. Ладно, давайте. У нас кинжальчик есть. И чай. А чай это не реликвия. Ладно. Может, кем-нибудь у нас реликвии будут. Пока реликвий нету. Все. Карта. Может, не к культисту. Так, у нас теперь 4 штуки под слоты. 4. Так, можем сложить их вместе. Это будет 3. 3 и добавим их наверх. Но если мы эти добавим 3, то тут будет 6. Потом можем разделить на 2. Нам вот, наверное, не надо. Если мы добавим их здесь. Это будет 3. Потому что 4, 7. Делим на 2, получается... То, что надо. Давай, наверное, попробуем. Модифайер сюда. А где-где? Бо. Вправо-влево. Уже была. Мне кажется, что в описании было. Что... Так, смотрим. Это перевернуть влево-вправо. Кстати, пятерку можем перевернуть влево. Огонь сразу сюда попадет. Это будет удобно. Это будет удобно, поэтому... А мы не можем на нее влиять. Можем ли только на эти. А можем тебе передвинуть вправо. А зачем тебе передвинять вправо? Тоже пока непонятно. Так, можем тройку передвинуть вправо. Вот четверка, да. Тройку надо передвинуть вправо. Четверка заблокирована. Отлично. Уже что-то. Пятерку можем передвинуть влево.
Так, уже два слота заблокированы. И этого оказалось достаточно. Так, кинжал получает немножко опыта. Что интересно, мы нашли еще больше чая и возможность перетащить карты. Так, еще какой-то сюрприз. Даже нет никакого представления, что нас здесь ждет. Мог найти этому хорошее использование. Выберем одну награду. 6 монет. Ритуальный кинжал. Или проклятая книжка. Соблазнительно приглашающая книга. Она скрывает в себе ужасы, которые в ней таятся. То, что я могу расшифровать, говорит, что когда вы читаете, постоянное проклятие размещается на вас, но также дает вам новую карту заклинания. Мы сможем тогда восстанавливать здоровье при нанесении урона, что в целом неплохо. Ритуальный кинжал. Старый кинжал, который, подозреваю, был использован для ритуальных целей. Высушенная кровь. Открывает мое воображение то, для чего мог быть использован он в прошлом. Значит, слот амаунт. Может, книжку взять? Дальше нас монет возьмем. У нас пока обычный кинжал есть, мы пока его прокачиваем. Так, нам, по идее, в Египет. А мы отправляемся куда-то. Только самое лучшее для моего самого лучшего посетителя. Мы тогда не зря деньги взяли. Вопрос, хватит ли нам этого? Ага. Заклинание, которое дает нам дополнительный ход. Не стоит хода. Не триггерит карту фокуса, чтобы она сдвигалась. Что, я думаю, стоит ее взять. Это всегда полезно. Я могу несколько штук купить. У меня 38 монет. Что еще у нас есть? А, собирает все ряды, все карты. В ряд. Это интересно. У нас потому что есть карта, которая делит пополам. Меняет карты справа налево. Перемещает направо. Это. Очищает слот. Или меняет проклятие. Не стоит хода. Не триггерит фокус. Но, наверное, возможность очистить слот тоже может быть полезна. Наверное, вот так вот. 33. Вот так вот куплю. Так, теперь можем пойти сюда и сохранить игру. Давайте просто сохраним игру. Можем... А, мы не можем двигаться назад. Все. Значит, пойдем сюда. К воронам. Ну, фестиваль построения корот. Эта игра также участвует в фестивале Лавкрафтянских дней, который начался сразу же после фестиваля колод. Так, можем разделить на два, но вот не надо. Переместить вправо, переместить влево и соединить. Если мы соединим 3 и 1, это будет 4. 4, в принципе, было бы неплохо, потом переместить сюда. А мы можем только вправо перемещать. Бу! Бу, где наше перемещение влево? Но в любом случае мы соединим. Комбайн. Так, снова у нас есть перемещение вправо. Если тут будет 8, потом можно будет тебя на 2, по идее, разделить. Вправо тебя зачем делить? Нет, не надо. Можем тебя соединить. Тогда это будет 5. Можем разделить на 2. Во, 4 разделить на 2. Это даст нам 6. Есть. Так. Вороны ходят. У них есть шанс ослепить меня. Так, я могу перемещать
доски. Так, три вправо. Окей, залочено. Ударили, но не победили. Фаза 2. Три хода. Два схода до входа соперника. А где мне подлечиться чаем? Так, 7. 7 это надо собрать тебе. Комбайн. 7. Есть. Дополнительный ход. Отлично. Теперь 4 пойдет сюда. Окей. А тебя надо поместить вправо. И по-хорошему, но у нас нет карты, которая перемещает вправо. Объединять? Наверное, нет. Помещать влево. О, зачем? Зачем вправо? Нам влево надо тебя переместить. Отлично. Все штучки меняют в доске. Мы можем все объединить. Если мы все объединим, весь ряд, объединим сюда, это у нас будет что? 2 плюс 4 плюс 3. Это будет много, это будет 9, но потом 9 можем разделить на 2. Один ход остался, правда. Ну, давай. Если мы сейчас с воронами не справимся. 4. Есть. 20 урона. 98 шанс ударить. Be gone, you filth. Так, опыт кинжала увеличен. Так, окей, нашли медикаменты. А также вял жизни, который максимум здоровья на 8 увеличивает. Что очень хорошо. Надо будет сейчас увеличить и подлечиться. Так вот. Увеличиваем. У нас 29 здоровья из скольки? Из 38. Не хватает 9. Отлично, нас на 12. Могу как-нибудь в бою, например, что-нибудь использовать, не? В принципе, 29 здоровья из 38 это уже довольно много. Потом пока можно ничего больше не использовать. А пойти сюда, посмотреть, что тут скрывается. Что-то интересное. Так. Мородок изумруда. Камень, который может улучшить мое оружие. Шанс крита плюс 3. Плюс пронзание сквозь броню плюс 1. Серебряная руда. Что может кровотечение вызывать. Или железная руда. Шанс ударить плюс 5 и наложить ослепление. Вдруг здесь выбирать. А можно мне посмотреть на мое оружие? Наверное, нельзя. Жаль. Жаль. Вызывать кровотечение — это полезно. Улучшить шанс крита и пробивать сквозь броню — тоже интересно. Так, ну это не только вызывает кровотечение, но еще и ослабляет. Крит, когда я заблокирую все слоты, я наношу крит урон, который у нас дополнительный. Давай кровотечение. Создание предметов использует алхимический стол. А то улучшит. Эти предметы, которые я копирую, дают им новые способности и улучшение статов. Надо посмотреть на карте, где находится алхимический стол, чтобы использовать эти предметы. На этом столе я смогу использовать эти предметы более чем одного раза. Но когда их использую, они тратятся. И также помните, что каждый копируемый предмет может быть улучшен только один раз. Понятно. Давайте повысим уровень.
Тут также дают возможность редро. А тут дают возможность... Лайфлич. 60% бонуса душ будет конвертировано в восстановление здоровья, когда я атакую. Окей, мы войдем. Это интересно. Ладно, вместо интеллекта интеллигента мы пойдем по харизматичному персонажу. Почему нет? Так, мы сохранились. И давайте пойдем вниз. Тут живет какой-то культист Громила. С ненавистью в глазах. У которого бомба и атака мечом. Мы пока все еще не нашли алхимический стол. У него здоровье чуть больше, чем у меня. 6. Это что? Что означает эта штучка? Что означает эта штучка? Тут-то нам сказали, что темный культист будет атаковать эту штучку. Она не ходит быстрее. 2 и 3, это будет 5. Это 5. Нехорошо. Я могу их объединить, конечно. Я могу их объединить, так и забрать тогда 4. Не, пусть эта штучка идет сюда. Тогда это будет 4 здесь. Вообще надо все-все-все вот эту штуку вправо сдвинуть. Вот так. Уже неплохо. Теперь сдвинуть его еще раз вправо. Тогда здесь будет 4, здесь будет 6. Они заблокируются. Четверка никуда не упадет. Так. Четверку сейчас сдвинуть влево. Чтобы она упала и сняла шестерку. Так, что можем сделать? Можем соединить. Соединение картами. А, слушай, если мы соединим, это как раз будет шестерка. Класс, давай. Шестерка залочена. Ух, 9 урона. Мы 15 урона. А где Гейл и Лайфлич? Так, мне нравится, что у нас всего 2 столбика занято. Можем уменьшить значение на 1, но пока нам это не нужно. Так, вот 4-4 это хорошо. Давай тогда двигать вправо тебя. 4-4 пусть падает сюда же. А мы, наверное, тебя еще раз двигаем вправо. Еще раз двигаем вправо, чтобы он не мешал нам падать вниз. Там это залочим. И потом будем вот то двигать. Так, 10 урона. Ну, вот у меня такой там 4. Ну, 4, окей, переживем. Надо будет уже пить чай. Мы промазали. В смысле мы промазали? Бу. Дай-ка нам дополнительный ход. Дополнительный ход. Окей, 4 хода осталось. Давай подумаем, что у нас есть. Можем разделить на 2. С округлением вниз. Это будет 4, а не 6. Пока не надо. Можем вынести это в 7. 7. Можем 2 раза тебя вправо сдвинуть. Ну, это не у тебя вправо. Так. Можем очистить слот. Или меня от проклятия. У меня проклятия вроде нету. Пока у нас 50% шанс ударить. Если мы сдвинем тебя, мы пятерку тут заблокируем. Что в целом неплохо, что делать с двойкой пока не ясно. И в целом тут будет четверка. Что тоже хорошо. А двойку разделим на 2. Тоже будет неплохо. А мы не можем сдвинуть. Мы не можем сдвинуть. Почему? Потому что у нас
Нету такой штуки. А у нас где-то было ведро. Где-то была возможность перетянуть карты дополнительно, или мы ее не брали. Так, очищает слоты. Или очищает меня от проклятия. Хочу? Я хочу тебя направо двинуть, но не дает. Могу уменьшить на единичку. Давай подумай, что мы можем иметь и что мы имеем. Можем разделить на 2 с округлением вниз. Если мы тебя разделим, это будет там суммарно 6. Это даст нам 5. Нет, тоже надо даст нам 6, что нам в принципе не надо. Можем убрать единичку. Потом соединить вместе и снова разделить на 2. Ну, давайте тебя уменьшим. Может, нам сейчас дадут карту новую. Дали возможность переместиться вправо, но у нас уже здесь 6, а не 5, но мы можем уменьшить на единичку. Давай так. Так, окей, 68 шанс ударить. Мы можем тебя передвинуть влево? У нас один ход остался, да? Если мы тебя передвинем влево, то ты дашь нам 4. Можем тебя уменьшить на 1. У тебя какой-то там значочек есть. Понимаешь, что он значит? Давай -1. На 8 атакует меня. Так, ну я на него... Усасывание жизни. Так, у меня чуть больше жизни восстановилось, это хорошо. Теперь надо как-то постараться. Так, надо комбайн. Комбайн сюда. И это хорошо. 4 упадет сюда. Слушай, ну сейчас все хорошо складывается. Сейчас мы делим на 2 3. Получается 4 здесь, 4 здесь. И тебя потом вправо перемещаем. Ай! Все, уменьшение вниз. Так, он промазал. Удивительно. Так. Ладно, давай тогда вправо. Мы не можем тебя вправо передвинуть пока. Ну что мы можем делать? Как нам это? Только если мы разделим на 2, будет 1. Надо тебя очистить по-хорошему. Надо тебя очистить. Или... Если мы можем убрать 1. Прибавить 1 мы не можем. Если я тебя подвину, то здесь это будет собираться. Может, пока пас... Дай пас. Фух. Это хватило. Так, ну ты меня у нашего... кинжала. Урон увеличился. На 2. Выберем новую награду. Теперь нам предлагают реликвии. Так, аптечка. Аптечка, которая лечит на небольшие раны. Когда закрыт на поле. Я буду получать 4 здоровья. Это хорошо, это нравится. Это то, что надо, потому что здоровье сейчас не полное. Может, тебе защитная пыль. Ляга, содержащая благословенную субстанцию. Какой-то порошок. Из монахов монастыря Шени. Помогает защищаться от врагов, больных разумом. Когда закрыто на поле, я буду получать 3 щита. Или шанс уклониться от следующей атаки. Плюс 10%. Давай тебя возьмем. Также мы нашли набор сыщика. Для полевых работ, отличный, чтобы исследовать
когда глаза и уши нас подводят. И 10 монеток. Так, сейчас пойдем в инвентарь. Тебя. А чё, тебя. Релик. Так, мы отправили нашу первую реликвию. Реликвы помогают дополнительную помощь в битве. Их можно использовать в синергии с выбранными навыками персоны. В этом мы увидим выделенные слоты, которые покажут нам, где реликвия располагается на столе. Слоты выделены красным и синим, если у них есть дополнительные эффекты. Синий слот означает, что есть реликвия, прикрепленная к этим слотам, которые экипировала. Красный означает, что проклятие, добавленное врагом. Эти эффекты активируются, когда будут заблокированы в соответствующих слотах на столе. Они действуют сразу же, и не нужно ждать окончания фазы. Так, у нас есть реликвия, у нас есть возможность расследовать, и я бы хотел подлечиться на 20. Так, ну сейчас душа уже на 25 прокачана. Ну да. Всего у нас 8 очков на прокачку. Давайте двигаться дальше. You enter the dry and dark temple chamber, seeing nearly nothing ahead. Мы входим в сухую темную комнату храма, почти ничего перед собой не видя. Можем пройти дальше, но давайте сперва исцелим, изучим стены. Разум, прыг разума 50%. Успех. The glyphs on the walls speak of dangers ahead. Иероглифы на стенах указывают, что впереди нас ждет опасность. You continue ahead without a hindrance. Мы продолжаем двигаться вперед без, без препятствий. И находим эликсир душ, бутылка с 1000 душ, кричащих от боли, желающих освободиться. Благословение возвращает одну карту из моего кладбища и размещает меня прямо в моей колоде каждый ход. Есть эликсир тагнариальский, порция смешанная из всех коварных ингредиентов. Сомневаюсь, что она по вкусу как-то очень вкусна. Но обычно говорила, что всегда следует попробовать. Благословение ощущает все проклятия на мне, дает мне случайные благословения. И 15 монеток. Так, давайте теперь развертим сюда. И здесь у нас алхимический стол. Наконец-то здесь можем сфокусироваться. Так как мы не взяли оккультный кинжал, у нас есть только одна вещь, которую можем улучшить. Это наш снаряд кинжал. Давайте, наверное, объединим. Теперь он наносит кровотечение. И идем к скорпионам, которые бьют хвостом и своими когтями. У них 14 щита. Так, вот здесь у нас находится благословение. 4. 4-4, надо тебя сдвинуть вправо, по-хорошему. Может, сюда четверка упадет, здесь четверка упадет. Давай сдвинем тебя вправо. Так. Я думаю, может сдвинуть тебя еще раз вправо. Можем сдвинуть вправо. Можем сдвинуть влево. Зачем нам сдвигать влево? Можем объединить. Зачем нам объединить? Ну, можем объединить, чтобы потом разделить на два. Странная вещь. У него он накладывает яд. Так, его может пропустить. Давайте пропустим ход. Пас. Так, 4 здоровья. Он бьет. Носит яд. Так, что нам сделать? Двойку потом сюда, и тут будет восьмерка. А тройку влево. Влево можем? Можем. Отлично.
Так, так тебя. Кровотечение. Еще жизнь лососом. Это неплохо. Теперь шестерка здесь у нас есть. Тебя надо сдвинуть влево. И тебя потом тоже двинем как-нибудь. Так, дополнительный ход. Дополнительный ход. Давай. Окей, если можно сдвинуть еще что-то вправо. Пока в этом необходимости нет. Тебя влево. Так, 3-3, 5. Все хорошо. Тебя двигаем вправо. Ой-ой-ой. Боже. Ты что, ты штукой двигаешь? Зря. Зря. Так, на пятерка здесь будет. Окей. Шестерка здесь будет. Чего тебе единичку делить? Или разделить тебя на 2? Разделим на 2, это будет 3. 3 плюс 1, это будет 4. Можем объединить. Карты. Вот сюда, что здесь тогда будет 8. Разделим на 2, хотела сказать. Мы разделим на 2. Лежит. Я ж не минус 1, я же разделить на 2 сказал. Но мы победили Скорпиона, тем не менее. Кинжал. Получил больше наносимого урона, указано. Ну, 2 из 3. Шанс ударить 18, 2 кровотечения. И плюс аптечка тоже потихоньку прокачивается. Мы нашли книжку проклятий. Это больше высасывания жизни. И 2 бинта, что тоже хорошо. И новая награда. Можем взять ритуальный кинжал. Можем взять голову Амнока. Амнок был королем, который все время служил богу времени. Хронос известен как жестокий тиран, управляющий человеческим миром. Мы можем взять тебя. Скрипция на еврейском гласит: глоток — это все, что нужно. Посвящается богу крови Хамимо. Шанс ударить 20, 3 пронзательного урона, плюс перезарядка 9 ходов. Глядеть тебя. Наступление. Что дает медитация, пока не ясно. Глядеть тебя. Ты-то будешь атаковать? Или еще нам жизнь высасывать? А давай тебя возьмем. Я думаю, в процессе разберемся. Так, впереди возможность прокачать навыки. О! Ну-ка, прокачиваем и на экипировку и душу. У нас слот оружия, количество слотов увеличивается. Это хорошо. Дополнительно можем увеличить жизнь, которую мы восстанавливаем, нанося урон противнику, крит урон и больше здоровья. Если пойдем прокачивать душу, можем увеличить количество щитов, плюс восстановление щитов и крит урон, или здоровье, шанс уклониться и крит урон. Раз уж мы все по душам пошли, пойдем так. Хранились. У нас есть бродячий торговец. Можем купить новые карты. Пойдем сюда. Можем кубок экипировать. И вернемся на карту. Давай посмотрим, что у тебя есть. Так, дополнительный ход. Да. Плюс соединить все. Вот, то есть можно разделить карту
направо и налево. Если нет синих карт, я постараюсь поменяться с картой выше. Не стоит хода. Нет, горит фокусные карты, что они не спускаются. Передвинуть вправо тоже не стоит хода. Обменить все карты, я не уверен, что хочу. Давай, тебя возьмем. Пока вот эти два. There is a cave entrance here. Might be a good shortcut. Так, впереди есть вход в пещеру. Может быть, хороший шоткат. У нас, так как душа прокачана, мы спокойно проходим сквозь. Успех. The narrow pathway splits in two. Which way should you go? Узкий проход разделяется на два. Каким мы пойдем? Можем спускаться вниз, либо взбираться наверх. Давайте пойдем вниз. Оу. Выберите мое следующее действие. Кинжалом ударить, нанося кровотечение. Либо кубком. Давай с кубка начнем. Хочу дополнительный ход. Так. Вот, кстати, мы передвинуться вправо, и оно не стоит хода. Вот и передвинуться вправо, оно стоит хода. И вопрос. Мне надо накопить 4. 4 есть здесь. Я могу перевернуть пятерку влево. Что мне это даст? Мне надо накопить потом 6. 4 можно будет разделить на 2. Да, давай пятерку, наверное, влево передвинем. Можем разделить на 2 эту пятерку. Она тогда будет 2. Да, на 2 разделим. Так будет лучше. Пятерка есть. Тут четверка падает потихоньку. Окей. Теперь. Как бы нам здесь десятку-то собрать? Можем тебя соединить. Комбайн. Пятерка. Немножко перебор, но не страшно, мы можем хотя сделать минус один. 4. Шестерка здесь собралась. Он бьет. Так, я хочу дополнительный ход. Тебе же зачем мне дополнительный ход? Он наложил сюда малое кровотечение. Если эта штука будет заблокирована, на меня наложит кровотечение на 2 хода. Такое, конечно. Ну что, я ему нанесу много урона, ведь так? Я могу делать 5. Или будет 9. Могу завершить фазу, в принципе, чтобы не получить кровотечение. Так, все, эта штука на откате. Потом тебя. Ага, эта штука здесь все еще. Четыре. То есть делать 5 и 2 это 7. Мы получим кровотечение. Что нехорошо. Да ладно. Ой, влево. Надо было вправо. Ладно. Мы можем здесь все залочить. Тебя. Есть. Он атакует. На 8. Так, у нас остался один ход. Что можем сделать? Соединять комбайн. Так, и тогда у нас будет 4. 4 есть. Это было close. Отлично. Покачивается экипировка. Вял
который учит максимум количество щита. Есть топор. Старый, но все еще острый. Три хода. Семь урона. Может, вместо кинжала взять? Мы должны что выбрать. Давай тебя возьмем. Выучим щиты. 15 монет, конечно, хорошо. Так. Мы нашли руду. Железную. В принципе, из оружия-то у нас есть. Потому что надо... Так. Пошли в инвентарь. Выучим максимум щита. Лечиться нам пока не надо. Посмотрим, кто нас ждет здесь. Путист. У него 48 здоровья. Ну, давай сперва начнем с кубка. Так, можем очистить от проклятия. Нам это пока не надо. Что надо? Надо здесь получить четверку. Четверка, в принципе, здесь сама упадет. Пятерка и тройка. Комбайн. Сюда. Есть. Семерка. Семерка здесь будет. Четверка здесь будет. Поэтому... Пас. И еще раз пас. Так, можем, конечно, сейчас попробовать атаковать. А так у нас восьмерка. Восьмерка 70% шанс ударить. Так, два хода осталось. Да, давай пас. Четверка. А, вот такой вот. Неприятно. Но у нас сейчас здесь тройка будет. Можем тройку, конечно, сюда переместить. Найдем еще, что значит эта вот штучка выделенная. Давай пас. 100% шанс ударить. 9% шанс пронзить. Можем, конечно, атаковать чаще. Закрываю не все слоты. Но это будет менее эффективно. Так, дополнительный ход. Дальше. Можем 5 и 2 объединить в семерку. Нам это пока не надо. 5. Можем передвинуть тебя. Мы можем из 5 сделать четверку сразу же. Минус 1. Есть. Конечно, чик уже может ударить на 68. Нанести 5 урона. Давайте пробуем увеличить. И, например, можем сделать комбайн. Так, это будет 6. И вместе оно соединит нам восьмерку. Отлично, насчет 14 урона. Это сейчас будет у нас... Неприятно. Неприятно. Так, у нас есть восьмерка. Как бы нам... Тебя вправо? А мы пока не можем тебя вправо переместить. У нас два хода осталось. Можем все это объединить в девятку. Все это объединить в девятку и потом разделить на два, хотела сказать, но у меня нет разделения на два. Поэтому пас. Видимо. Видимо, пас. Так, надо его бить. Надо его бить. Пятерка. Не, пятерка влево нам не поможет. Пятерка вправо нам тоже не поможет. Объединить все это в восьмерку тоже плохая идея. Зачем? Непонятно. Давай закончим фазу, наверное. Мы две четверки не сможем сделать. Хотя, с другой стороны, если эта четверка упадет сюда... Она так, если упадет, тут же у нас тройка стоит уже. Нет, нам это не надо. Тройку перейду сюда, тогда это будет шестерка. Что нам делать с шестеркой? Такое. А единичку можно было передвинуть. Ну, давай тебя влево. А, вправо надо было, ладно. Ладно. Имеем, что имеем. Неплохо. О, давай кинжальчик. Так. Можем объединить
Все карты здесь получат четверку. Здесь у нас комбайн. Четверка здесь нам нужна. Вот так не убивай. 13 урона. Плюс кровотечение. Так, четверка пусть падает сюда. Можем пропустить ход. Можем вправо передвинуть, не тратя хода. Можем единичку отнять. Зачем отнимать единичку? Наверное, вот не надо. Я пока пас. Четверка есть. Четверка есть. Можем сдвинуть тебя вправо. Не тратим хода. Здесь будет восьмерка. Здесь будет восьмерка, это хорошо. Можем разделить на два. Держим этой ячейки, тогда мы на 4 поделим. Полечимся. И это будет хорошо. А можем минус один просто сделать. Давай минус один. Все, атакуем. Так, урон у кубка повысился. Получили гореть чай, что позволит нам подлечиться. И еще можем увеличить максимум здоровья. Пойдем-ка в наш инвентарь. Получим максимум здоровья и надо подлечиться. Так как подлечиться намного, используем бинты. Так, можем прокачаться, можем пойти сюда к событию. Давайте прокачаемся. Так, плюс 10 здоровья. Плюс еще один слот. Нам будет получить урон за каждую потерянную душу. Шанс ударить? Давай так. You stumble upon an ornate stone chest. There is a tablet on top with a riddle. Мы стоим перед украшенным каменным сундуком. Наверху на нем есть какая-то головоломка. There are two sisters. One gives birth to the other, and she, in turn, gives birth to the first. Who are the two sisters? Есть две сестры. Одна дает рождение другой, а та, в свою очередь, дает рождение первой. Это не огонь и лед. Это не пространство и время. Я думаю, что это день и ночь. Мы получили благословение. Давайте посмотрим, где у нас отображается благословение. Не здесь. Вот здесь отображается. 11. Это мой счастливый фокус. Вот. Если я где-то нажму, наберу 11, что-то произойдет. Так, вот, кстати, моя колода. Сколько каких карт у меня есть. Еще 4 карты могу добавить. Пока я качаю всю душу. Сохранимся. Можем пойти сюда, что-то прокачать. Прокачать можем либо кубок, который у нас получил уже единичку опыта. Кстати, можешь больше шансов ударить и еще больше шансов ослепить. Либо можем взять. Можем, по идее, топор. А мы топор не выбрали, да. Ну давай тогда кубок. Сам. Мумия. Сухой и обернутый бинтами. Труп. Ну-ка, давай проклятие на меня. И неизвестный эффект. Урон 10, 10 до 13. Окей. Попробуем разобраться. Сперва попробуем ударить кинжалом. Так, 4 здесь есть. 5, 1, 2 тоже есть. Давай дополнительный ход. Раз есть такая возможность. Можем передвинуть тебя вправо. Раз.
Четверка. Есть. Четыре хода осталось. Три хода до проклятия. У тебя, в принципе, 1-5. Тут все хорошо. Тройку влево попробовать. Чтобы еще здесь собрать. Давай тройку влево. Вправо, в смысле. Так. Здесь пятерка будет. Здесь мы единичку уберем. Давай тебя вправо тогда. Хотя, наверное, тоже много. Если мы тебя вправо сдвинем. Это плохо. Давай лучше единичку отсюда уберем. Так, ждем хода следующего, чтобы здесь была восьмерка. Тогда мы подлечимся. Теперь что делать с тобой? А здесь тройка. Тройку можно поделить на 2, это будет единичка. Единичка. Единичка нам ничем не поможет. Четверка, в принципе, падает сверху. Можем тройку... Чем нам это все поможет? Если тройку разделим на 2, это будет единичка. Два хода. Давай пас. Чтобы здесь вылечить. Так он сейчас вот так. Теперь мой ход. Завершаем ход. Хотелось бы, наверное, эту единичку сюда сдвинуть. Можем разделить на 2. Но все равно будет слишком много. У меня 2 хода. Могу тебя передвинуть направо. Здесь будет 6. 6. Хочу? Я. 6. Ничего, у меня 6. Давай, наверное, завершим фазу. Не будем уж мучиться. Вот так. Мне кажется, неплохо. Теперь я возьму, наверное, кубок. Для тебя. Давай кубок возьмем. Так, дополнительный ход. Так, ну все равно через 3 хода он будет ходить. Четверка здесь у нас есть. Ну, если мы соберем 9. Девятку, как нам собрать 9? Если единичку влево переместить, тут у нас 7 тоже собирается. В принципе, можем 4 влево сместить. Тогда 4 будет здесь. Единичка будет здесь. Здесь будет 3. Ну давай, можем ее сдвинуть влево. Можем. Двигаем влево. Так. Тогда мы здесь 7 собрали. Здесь как-то пока не очень собирается. Можем объединить все. И это будет 7. Нет, нам нужна эта 4 здесь, пока нам это не надо объединять. Можем разделить на 2. Тебя. Я даст нам единичку. Единичка нам нужна. Единичка нам нужна. Давай. Так, 4 это есть. Хочу, наверное, 9. 2, 1, 3, это 6. 6, в принципе, можем соединить всю. Да. Так. Сейчас он будет ходить. Давайте можем мы ходить перед этим. Давай ходим, все. Вот так тебе. Сейчас ходит он. Он промазал. У него кровотечение. Просто мы жизнь высасываем. Так, теперь берем пинжачек. Вот он, 6 влево. Завершит нам этот ход. И давай ее влево сразу подвинем. Раз. Одна вещь заблокирована. Теперь можем 5 влево подвинуть. Так. Отлично, он там потихоньку теряет здоровье. И это замечательно. Единичка сюда упадет. Это тоже неплохо. Здесь. В принципе, можем их спасовать. Тройка упадет сюда. Мы у нее
Можем сейчас у него единичку уменьшить, в принципе. Так. А, наши ходы закончились. Оп, мы промазали. Ладно, жаль. У нас один ход. Так, ну четверка, окей. Четверка, окей, дальше. Как бы здесь собрать. Можем в семерку собрать все, да? Не, ну если было возможность собрать всю строку. А здесь будет шестерка. Угу. Не, ну можем собрать тройку. Хотя бы так. Сейчас у нас такой буньк. Зато у нас четверка уже есть. Пятерка уже есть. И двигаем тебя вправо. Так. Можем сдвинуть тебя вправо и убрать единичку. Будет еще и семерка. И тут четверка собирается. Что тоже хорошо. А тут уже семерка, ну? Отлично. И тогда пасуем ход. Все. Полный успех. Nice. Отлично, наше оружие полностью прокачалось. Теперь кинжал наносит плюс 6 урона дополнительно. Но здесь больше шансов нанести урон. И здесь мы восстанавливаем 5 здоровья. Выбираем новую награду, новую реликвию. Карманные часы. Дают нам возможность перетащить карты. Кулдаун 5 ходов. Свечка. Дает нам карту, хотя временно для очищения. Или голубой скоробей. Отражает весь входящий физический урон. Давай идем тебя. Плюс мы нашли возможность восстановить здоровье, подлечиться и камень. Дает нам больше щита, шанс крита. Но мы помним, что у нас в оружии может быть только один активный баф. Пойдем к неизвестному сюрпризу. Так, мы стоим перед саркофагом. Каменным и украшенным. Нам нужен какой-то предмет. А у нас есть предмет. Давай. Так, это знание ускоряет нашу радость охоты. Получили новое благословение. Снова? Получили же. Так, можем пойти к торговцу, можем пойти покачаться. Пойдемте покачаемся. Что возьмем? Больше восстановления здоровья, больше здоровья. Шанс уклониться и больше здоровья. Либо шанс ударить крит. Давайте так. Кое-какий разум покачаем. Снова мумия. Она расфокусирована. Каждую карту фокуса, которая напрямую взаимодействует с ним, будет терять одно значение фокуса. Так, ну давай сперва с кинжалом, конечно. Что у нас есть? Можем бесплатно вправо переместить, но зачем нам вправо менять? Нам это не надо, у нас здесь пятерка собирается, все хорошо. Слот для той, для скраби у меня нет. Так, зато можем влево переместить. О, вправо, вправо, не, вправо нам надо перемещать. Тогда, в принципе, даже собирается. Четверка, четверка. Отлично. Можем запросить дополнительный ход. Ну, зачем? Давай пас. И, наверное, еще раз пас. Так, дополнительный ход получили. Отлично. Но в следующем ходу будет атаковать он. Будет атаковать он. Я могу запросить дополнительный ход. Но зачем, если я могу сделать пас? Он атакует, правда, передо мной. Но если я подожду, я так и смогу нанести ему больше урона.
заполнив вот эту ячейку. Да, тогда подождем, пусть он атакует, так и быть. Ну, я ячейку заполнил. Он промазал. У меня 100% шанс ударить, 19 урона могу нанести. И у меня вышла четверка. И эту четверку я могу переместить вправо. Что мне и надо. Полный успех. 33 урона. Плюс крит. Отлично, давайте возьмем еще один кинжальчик. У нас 5 ходов до его хода. Так, четверка здесь есть. Если мы тебя вправо переместим, тут будет пятерка. Если мы тебя влево переместим, тут будет семерка. Давайте его влево переместим. Так, теперь если мы тебя влево переместим. То здесь будет четверка. Что уже хорошо. Здесь будет единичка. Если мы тебя влево переместим вместе с этой тройкой, тогда здесь будет девятка. Девятка, если мы разделим на 2, мы получим 4. 4 плюс 1 это не 6. Поэтому поможем соединить это все в восьмерку. Но зачем? Двигаем тебя влево. Так. И смотри, у нас здесь пятерка. Ну, если мы тебя сдвинем вправо, то тут тоже будет шестерка. Это будет хорошо. Ведь у нас уже 100% шанс ударить. Ну, у меня сама умирает от кровотечения. Идеально. Хочешь печеньку? Так. Прокачивается наша аптечка. Кинжал у нас уже прокачан. Выбираем новую награду. Можем взять 25 монет. Можем увеличить максимум здоровья на 8. Либо взять реликвию идола Мемнона. Богоподобный хум. Хум. О, гудение какое-то происходит из этого предмета. Мощная карта фокуса да будет добавлена, если мы эту карту залочим. Угу, мощная карта, это интересно. Это интересно. Есть у меня еще слот для реликвий. Хочу, наверное, дадут. Наверное, дадут же. 25 монеток тоже хорошо. Купить что-нибудь полезное, ценное. Здоровье у нас вроде есть. Пока. Хотел бы все взять, но все не дают. Баланс как-никак. Так, пойдем сюда, сохранимся. Мы, кстати, уже приближаемся к Египту. Скоро идем, будет босс. А пока можем немножко прокачаться. И здесь... Нам... Хотя, может, нам... А, ну, давайте прокачаемся. Все-таки выберем. Угу, у реликвии больше силы. Это хорошо. Моя боевая способность... Когда успешно уклоняется, получает плюс 10 урона. И больше что? Давайте пусть реликвия будет больше. Так, да, у меня есть еще один слот пред реликвию. В прошлый раз получил. Давайте я его, наверное, идол Мемнона. В принципе, у меня 61 здоровье, и мы получаем здоровье. Наносим урон противнику. Поэтому давайте попробуем вот такую комбинацию. И пойдем посмотрим, сразимся с лидером культистов. У меня 61 здоровье, у него 64. Поехали. Так, ну начнем с кинжала. Кинжал у нас полностью прокачан. Так, через 3 хода он будет бить меня кинжалом. 75% шанс ударить, 5% проникает сквозь броню. Что у нас есть? У нас есть пятерка здесь. Что хорошо, можно тебя влево перемахнуть, но пятерка есть и здесь. Если мы тебя уменьшим на единичку, можем уменьшить в 2 раза. Это не на единичку. Но можем уменьшить в 2 раза тебя. И тогда... Может, тебя вправо передвинуть. Так, здесь у нас голубой скоробей. Я тогда получу благословение. Благословение отражения, что будет хорошо. Что будет хорошо. Здесь я
Получу новую мощную карту фокуса. Если получу шестерку, у меня 3 хода. Так, давай подумаем, что можем сделать. Я могу на 2 поразить эту четверку. Там здесь будет 5. И это будет хорошо. 5 я могу потом передвинуть, когда он попадет сюда. Вот сюда, она здесь тоже залочится. Тоже будет хорошо. Давай тогда запросим дополнительный ход. Так, у нас появилась минус 1 карточка. Карточка минус 1 тоже хороша вот здесь. Давай тогда делим на 2 четверку. Ход. Отлично, очистка нам пока не нужна. 5 здесь собирается. Отлично. Есть блок. Есть блок. Отлично, мы получили отражение. Здесь нас будет атаковать. Но здесь есть 3. С другой стороны, 3 можно было собрать бы и здесь, чтобы получить новую мощную карту. Если я хочу. Может, он будет атаковать кинжалом. Давайте, наверное, пропустим ход. Он нас первый атакует. Но мы отражаем 6 урона. Потом атакуем мы. Он промазал. Так, могу ли я как-то здесь собрать 6? У меня 3 хода. У меня 3 хода осталось. 6 за 3 хода. До того, как он будет атаковать мечом. Или закончить фазу. Я атакую сейчас 19 урона. Плюс, наверное, надо жить 6 кровотечения. Хотел бы собрать 6, тогда... Я могу обвинить тебя в 4. Двойка будет здесь. Потом сдвинуть все влево. И вправо. Пробуем? Давай попробуем обвинять тебя. Хотя чем нам обвинять тебя в 4, если 4 там сама упадет. Не знаю. Ну, попробуем. Слушай, я же могу сделать проще. У меня же есть еще одна комбайн. Я могу здесь вот так сделать. Все. Full success. Дополнительный ход получили. И вдруг. Вот так тебе. И давай, наверное, кубок. Попробуем его. Так, у нас 4 хода до его атаки и 4 хода до моей атаки. Что у нас есть? 4 здесь есть. Дает нам мощную карту. Можем собрать все в 1. И это нам даст что? 4, 4, 1. Это 9. А нам надо 10. Ну, и впереди еще 5 падает. Наверное, пока нам собирать весь ряд не надо. Совсем точно не надо. 6 здесь собирается. 4 собирается, 4 собирается. Давайте пока... Пас. Отлично. Мне нравится 3 урона. Плюс про шанс попасть. Шанс ослепить. Шанс пронзить. Так, теперь. 6 здесь соберется. 10. Есть, наверное, возможность как-то собрать. Сдвинуть 5 вправо. Не, нам тут единичку еще будет сдвигать вправо. Пока можем сдвинуть вправо эту 4. Ну. Shift Right. Есть. Вот там пока от кровотечения немножко страдает. Так, здесь у нас будет 9. 9 это неплохо. 6-4 надо... Не, 4 влево сейчас двигать нельзя. 4 вправо двигать, но тоже нельзя. А если мы здесь останемся, это здесь 5 объединится. Нехорошо. Нехорошо. А как? А как? Хм. Давай подумаем. Как бы нам здесь получить 10-то? За 2 хода желательно бы. У нас может быть 9. 9 это хорошо. У нас есть минус 1. Плюс 1 у нас нету.
Так, у нас сверху выходит тройка через два хода. 3-4, это 7. В принципе, если тебя двинем влево. Мы можем вправо только двигать. Вот проблема. Но мы можем двигать вправо, а не влево. Мы можем тройку-четверку объединить, чтобы единичку освободить. Вот. А потом сдвинуть вправо и сдвинуть вправо. Давайте попробуем. Так. Так, теперь двигаем вправо. И время не идет. Теперь двигаем вправо. И время идет. Все. Мы все залочили. Полный успех, добытный ход. Сейчас атакует он. Нет, вправо атакую я. Ха-ха. А теперь атакует он. А у него нет, допытный ход был. Еще один ход до его атаки. Проблема в том, что сейчас он будет атаковать своим мечом. Как бы нам что-нибудь... У нас есть 4 щита. Он начнет 28 урона, я это переживу. Я это переживу. Так, я могу семерку разделить на 2. И это даст мне 3. Плюс еще единичка. Не, я не могу разделить на 2, я могу минус 1 сделать. Бул. Не совсем то, что хотелось. Семерка и двойка. Ну давай так, мы можем это сделать. Потом сделаем. Так, через линию на 2 нам не пришло. Нам пришло движение вправо. Можем сдвинуть влево? Здесь будет семерка? Нет. В принципе, тут вот тут восьмерка набирается. Тут восьмерка набирается. Что делать с семеркой? Ну, потом искать, видимо, и делить на 2. Искать, видимо, и делить на 2. Пока можем двойку влево сдвинуть. Не знаю пока зачем. Но семерку вправо. Чем? Угу. Можем объединить. О, давай объединим двойку и тройку. Это будет пятерка. Да, давай. Вот так. Все, у нас будет восьмерка. Следующий вот, он сейчас нас атакует со всей силы. Ну, он сейчас и кровотечение умрет. В принципе, это не страшно. Так, теперь у нас есть возможность разделить на 2. И от семерки останется тройка. И это хорошо. Отлично. Ну, там от кровотечения умирает. Можем сделать минус 1. Отлично, получили отражение урона. Еще один минус 1 у нас нет. Тут у нас уже больше, чем 4. А давайте ход. That took a while. Отлично, шанс ударить кубком у нас вырос. Плюс идол мем она прокачался. А почему голубой скорби не прокачался, неизвестно. Так, выбираем новый слот. Мы можем шанс уклонения увеличить. Давайте. Давайте увеличим шанс уклонения. Юхи сказать, что это не конец. Это не конец. Ладно, это немножко пугает. У меня половина здоровья, впереди темный скорбион. Давайте-ка мы... перебинтуемся, наверное. Улучшим шанс уклонения. А он не прокачивается. Скорпион не прокачивается. Идол Мемнона, он прокачивается. А Скорпион нет. О, хотя тебя надо было использовать в самом начале. Подожди, это постоянный бонус. Окей. 20 монеток у нас есть. Пошли сразимся с Скорпионом. Думаю, 49 здоровья нам, наверное, хватит, чтобы его победить. Перед 6 здоровья у него, 27 щита. О, что-нибудь, что проникает сквозь. Вот у тебя есть шанс пробить. Так, 4 слота. Он тоже прибывает мою броню.
меня есть 6% шанс уклонения. Через два хода он ударит меня хвостом, наложит на меня яд. Что мне делать? Семерка у меня, в принципе, здесь есть. Можем убрать единичку, и будет четверка. Отлично. А? Семерка как-то здесь тоже собралась. Не то, чтобы я был против, но окей. Так, дальше. Можем сейчас атаковать его. Шансом ослепить. И пробить его броню. Или попробовать собрать четверку. Чтобы собрать четверку, надо тебя сдвинуть два раза вправо. И мы можем это сделать прямо сейчас. А комбайн мы можем сделать? Ну, так нет, не можем, к сожалению. К сожалению, не можем. Давай сдвинем еще раз вправо. Сейчас он ходит. Редиска такая. Ладно. Вот я буду ходить. Теперь я могу разыграть комбайн. Я могу попробовать собрать девяточку. Мне надо двинуть влево. Тебя. И... хода не хватило. Так, берем кинжал. Погнали. Два хода до его атаки. Можем очистить, но вот сейчас нам нет. А, ну если у нас где-то перебор, тогда, наверное, стоит. Можем задвинуть все влево. Тогда у нас четверка уже сразу наберется. Мы получим отражение урона. И это хорошо. И это хорошо, это надо делать. Хочу я сдвинуть только четверку? Или хочу... А хотя уж если я даже сыграю, у меня весь ряд сдвинется. В принципе, да, наверное. Давай двинем влево. Четверка есть. У нас есть отражение урона, если он нас будет бить. Вдруг он будет нас бить. Так, здесь у нас очень много. Пятерку можем округлить до четверки. Ну, до двойки. Если мы разделим на два. Давай так. Отлично. Две есть. Он меня атакует. Получается только же урона в ответ. У него кровотечение. Два хода до его атаки хвостом. Сейчас мне надо сходить. А, по-хорошему. Тебя надо двинуть влево. Могу я двинуть влево? Я не могу двинуть влево. Вот как раз, когда надо двинуть влево, я сдвинуть влево не могу. Жаль. Если я попущу два хода, эта тройка упадет туда, куда она должна упасть. Это будет хорошо. Ну сейчас там нет, не надо. Почему только передвижение вправо? Мне нужно передвижение влево. Тогда у меня была здесь четверка. Давай сейчас его атакуем. Конец фазы. Окей. Мы нашли... что-то. Мне нужна помощь, чтобы инициировать природу этого чего-то. И 30 монеток. Плюс еще один набор для идентификации и монетки. Можем ли мы использовать набор для идентификации, чтобы понять, а что мы там такое нашли? Так, можем пойти дальше прокачаться или пойти к торговцу. К торговцу можем взять хорошие карты. Прокачаться тоже хорошо. Хорошая карта, тоже хорошо. Давай там покачаемся. Что-то обошло. Так, больше восстановления здоровья. Больше здесь. Шанс уклониться, больше здоровья. Шанс ударить, плюс 10 щита. Плюс крит урон, если мы все слоты заполним. Ну и разум. Повысим в этот раз. Сохранимся. Так, здесь... снова культист. Чё мы кругами ходим? Чё-то мы ходим кругами. Как нам тебя обнаружить? Пока не ясно. Мне подсказку найдем в процессе. Давайте излечимся на 20 и выпьем, наверное, чаю.
Just what I needed. И еще чаю выпьем. Я вот даже думаю, может, вместо тебя? А, ладно, пойдем пока с тобой. Что делает Скараби, я понял. О, мы можем пойти сюда. Не можем пойти сюда. Почему он так светится? Вводит нас в заблуждение. Бывает. 80 здоровья у него, 60 здоровья у меня. И давай начнем, наверное, с кинжала. Так, это что такое? Непредсказуемый. Терновый культист будет атаковать быстрее. Так, 5-2-2, если мы сдвинем тебя влево. Можем видеть все в семерку, но семерка нам пока не нужна. Можем двинуть все вправо. Всем сдвигать нам все вправо, пока не ясно. А у нас только вправо мы можем сдвигать. Можем сдвинуть вправо два раза. Сдвинем вправо два раза. Раз. Во, можем весь ряд объединить. Тогда здесь будет семерка. Семерка и минус один. Почему еще весь ряд объединить? Можем вправо еще передвинуть эту вещь. Ну-ка, давайте вправо передвинем. Так, и что мы имеем? 2, 5, 8. Теперь можем объединить все вот здесь в пятерку. Четверка упадет сюда. Тройку потом можно будет как-то... Так, осталось два хода. Пятерка здесь. Мы можем объединять здесь карточки. Семерку, например. Но вот ничего не даст. Можем переместить их вправо, но тоже ничего не даст. Пропустить ход. Мы пока ни одно не выполнили требований. Объединить в семерку. Зачем? Чтобы потом поискать и разделить ее на два. Но даст нам тройку. Тройка нам не нужна. Разделить тебя на два. В дальнейшем. Может быть. Может быть, ладно, пока пас. Посмотрим, что мы сейчас... Нам остался один ход, и надо что-то собрать. Все плохо. У нас пока четверка здесь собирается. Тройка. Нет. Так, мы можем сделать... О, давайте сделаем ребро. Так, дополнительный ход. Вот, можем разделить на два. Тогда здесь будет четверка. Раз. Так, четверка, четверка есть, он меня атакует. Ой, на 20. Неприятно как. Так, можем брать сюда яичку. Он планирует кидать в меня бомбу. Так, отражение есть. Отлично, отражение сработает. Теперь вопрос, а что делать дальше? Надо тебя сдвинуть влево. Влево можем сдвинуть? Можем, сдвигаем. Получаем восьмерку, перфект. Дополнительный ход. Пошлем тебя. Берем кинжал. А, с нас благословение спало. Четверку мы сейчас не сможем получить, да? Четверку не сможем, скорее всего. Хотя можем сдвинуть тебя вправо. Сдвинуть тебя вправо. Зачем? Мы не можем сдвинуть вправо. У нас нету такого движения сейчас на движение вправо. Можем разделить на два. Тоже, опять же, зачем? Можем объединить. Объединить, это будет 9. 9 минус 1. А это будет 10. Это будет 10. Да. Вот тебя, если мы объединим, будет 9. А тебя, если объединим, будет 10. А 10 нам не надо. 10 нам не надо. Угу. Можем разделить на 2. Четверка будет здесь. Он будет атаковать быстрее. Нам, наверное, это не надо.
Если мы смогли бы сдвинуть влево. А мы можем сдвинуть влево. Тогда четверка будет и здесь. А, получили отражение. Он стреляет на нас, наносит нам урон. А чем урон не нанесся? Отражает входящий, все есть входящий физический урон. Не? Или бомба она была не физическим? Странно. Вещь. Давайте дополнительный ход попасим. Так, 5 и 1 могли бы обвинить в 6. Могли сдвинуть тебя. В общем, тебя сдвигать. Можем отсюда единичку отнять. Минус 1. Так, у нас теперь шон будет ходить быстрее. Здесь будет 6. Может, хотим минус 1 еще здесь сделать. Здесь будет 5. Это будет тоже следовать нашим планам. Дополнительный ход мы получили. Отлично. И сейчас мы пасуем. И атакуем. Мы, конечно, сделали это. Идол Агамемнума скоро прокачается. Но как-то больно. Снова получили неизвестный предмет. Камень. И гель. Каждый раз, когда карта значения меняется, вместе вы получаете один шанс уклониться, умноженный на значение карты. Выбираем что-то одно. Давайте что-то неизвестное возьмем. Мы взяли что-то неизвестное. Хорошо это или плохо? Чего-то я задумался. Так, давайте возьмем что-то хорошее. A well-stocked treasury of knowledge. There might be some clues as to where that temple of King Amnok lies. Хорошо сохранившаяся сокровищница знаний. Здесь где-то должны быть подсказки к тому, где находится храм короля Амнока. Мы нашли еще один неизвестный предмет и два набора идентификации. Давайте мы сохранимся. Посмотрим, можем получить алхимический стол. Снимаем алхимический стол. Чтобы улучшить наше оружие. Но у нас оружие уже улучшено. У нас и кубок, и кинжал уже улучшены. У нас, конечно, есть. Я нашел что-то, но нужно что-то, что поможет нам расшифровать. Знать бы. Даст нам больше щитов, больше крита. Но оно заменит улучшение, которое у нас здесь есть. Потому что нас предупреждали, что бонусы не складываются, к сожалению. Значит, пойдем прокачаемся. Пойдем прокачаемся. Я не против. Может, еще один слот под реликвию? Нет. Слот под реликвию не дают. Либо увеличивают здоровье. Либо увеличивают здоровье шанс уклонения. Либо щиты шанс ударить. Шанс и крит урон. Давай мы шанс уклонения прокачаем немножко. Так. А это, собственно, конец, говорят. Расследование надо, наверное, если у нас будет сражение. А сражение, скорее всего, будет. Мы тогда... Давайте выпьем весь чай, который у нас есть. Так. Можем также использовать эликсир. Наверное, этого боя надо было делать. Лучше всего сделать. Тебя. Давайте будем помнить, что у нас-то есть. Давайте, какую-то эту мышку возьмем. Но на одну карту меньше в руке держу. Очистка убирает карту. Не стоит хода. Мне это говорит фокусные карты. Окей. Уж нужно, можем убирать карты. Ты! Как ты нашел меня? Книжка вообще-то моя. А ну верни. You are too late. Master is rising soon. Thanks to this book, I could decipher the mad teachings of Abdul Hazret and wake Master Amnok from his slumber. Ты опоздал. Мастер скоро восстанет. Благодаря этой книге я смог расшифровать безумное учение Абдулла Аль-Хазреда и пробудить мастера Амнока из его... Я не могу позволить тебе это сделать. Конечно же не могу.
У него тип щита. Давай возьмем кубок. Я, может, пока еще не очень хорошо понимаю, что делает кубок, но... Так, я могу уменьшить на единичку. Значение. И что-то пока меня это не очень радует. То, что я вижу. Сдвинуть влево. У меня, в принципе, здесь 4-5 это девятка, 4-3 это семерка. 4-3 я бы хотел объединить. Пока давай, наверное, сдвинем в... Есть заклинание очистки. Убирает карту. А, убирает вот эту карту, понятно. Интересно. А зачем? Если нам она не нужна, эти единички. Нужна мне или нет? В принципе, 4 и 3 вместе дадут семерку. Давай сделаем так. Пусть эти здесь падают. Тебя может влево переключиться. Можем тебя тоже убрать. Разыграв карту минус 1. Ради интереса. А, на ходы-то будут идти. Ходы будут идти. Давай-ка мы пас сделаем пока. А, у нас кнопки объединить нету. Можем сдвинуть вас вправо. Тогда четверка у нас будет. Четверка есть. Отлично. Тройка здесь тоже будет. Это хорошо. Семерка тоже будет, но у нас следующий ход. Сейчас он, конечно, будет бить меня своим кругом. Что нехорошо. Можно объединить... О, давайте объединим пятерку и двойку сразу же. А как же мое отражение физического урона? А, он в щиты, наверное, ушел. 7-4 есть. Тут четверка будет. У меня два хода есть до завершения. Так, ну... Собирайте весь ряд, чтобы получить пятерку. И потом разыграть минус один, чтобы была девятка. Наверное, нет? Так. А вот потом тебя сдвинуть. А-а-а. А я хочу, чтобы потом была у нас карта сдвинуть вправо. Что делать? У меня здесь будет пятерка? А, пас. У меня нету карты сдвинуть вправо. У меня есть карта объединить ряд. Я, конечно, могу сейчас пробовать два раза сдвинуть влево. И четверка все-таки до сюда дойдет. Давай тогда будем двигать влево. Товарищ, конечно, атакует. Вот, а зато я добьюсь крита. И сдвигаем еще раз влево. Наверное, так. Все, все. Full success. Мы атакуем первыми. Переключаемся на кинжальчик. Вторая фаза. Сейчас, правда, он будет атаковать. Можем ли мы как-то что-то собрать? Боюсь, нет. Хотя, если у нас была... У нас есть комбайн. Отлично. Шестерка есть. Он атакует. Что они так сильно атакуют? Так, можем убрать проклятие. Не стоит хода. Вот так вот. Теперь можем бесплатно вправо передвинуть. Здесь у нас есть шестерка. Нам надо пятерку сюда. В принципе, если мы весь ряд сдвинем... то у нас и четверка здесь накопится. Потому что здесь будет немножко больше. Можем разыграть плюс один ход. Потому что можем. Теперь бесплатно давайте все сдвинем. Или платно. Хочу ли, чтобы оно еще опускалось. Давай платно сдвинем вправо. Ну, в смысле, чтобы ход прошел. Чтобы эти опустились. Окей. Это здесь опустится. И здесь мы убираем единичку. Тоже лок. Тоже лок. Все. Перфект. Сейчас ты умрешь от кровотечения. На, выбор кровотечения был неплох. Но боюсь, это не конец. Возможно, мастер все-таки встает. Finally,
It seems intact. А, ну, наконец-то. Кажется, все в порядке с этим томом. That was some trip, Herb. We should just go to your family estate now. Preferably as a vacation. Ах, ну и поездочка выбралась, Герб. А, нам сейчас стоит возвращаться в особняк твоей семьи. Возможно, уже в качестве отпуска. Maybe you're right. A family errand could be quite relaxing after all this kerfluffle. Ну, возможно, ты прав. Семейная семья может быть довольно ослабляющая после всей этой поездочки. Надеюсь, нам понравилась приквел игры The Forward World Westmark Legacy. Можем добавить игру в список желаемых в Steam, если хотите увидеть больше. Следовать за разработчиком NotBream в Твиттере и добавить в Discord сообщество. Ну, а мы смотрели на игру The Forward World Westmark Legacy. Там дают название Exordium, что не соответствует названию в Steam, что довольно странно. Мы нашли три предмета, которые мы так и не распознали. Что довольно странно. Если мы жмем старт, нам только предлагают выбрать другую сложность. И все. Но, возможно, в полной версии игры мы уже узнаем, что это были за предметы, зачем они, для чего нужны. Может быть, если бы у нас интеллект был лучше прокачан, мы бы как-то скрыто прошли проверку интеллекта и узнали. Кто знает. Большое спасибо за просмотр и увидимся!